Ребят, немножко обидки. Вы все, наверное, видели этот график, эту свечу. От 4 до 5 тысяч. И вот вчера вечером цена доходила до 5300. Меня выбило по ликвидации. Но что по перспективе? Сейчас все говорят о походе на 6 тысяч. Я думаю, фигушки. То есть никому не позволят на этом заработать. И потопчемся мы сейчас на этом уровне. Там 5100 по 200. Почему? Сейчас все, кто обычно шортит, будут бояться шортить. Это что, в том числе такие, как я, нас очень сильно потрепали. Мы как бы все будем ждать уровня 6000, чтобы там открыть шорт-позиции. Да? Вот. А лонгисты сейчас открываются, и им тоже не дадут заработать, потому что от 5 там высоко не пойдем, не будет такой халявы. Потопчемся, а потом полетим или медленно поползем, я не знаю. Вот, к сожалению, так складывается ситуация. Вот мои мысли такие. Теперь расскажу, что у меня по позиции. У меня сейчас открыт небольшой лонг, как бы на небольшую сумму. И если все-таки цена пойдет вверх, там выше 6, то я отобью свои убытки на битке. Стоп поставил короткий на 4800. И хедж у меня стоит шорт в плюсе на эфире. То есть если мы вниз пойдем, у меня будет хороший заработок на эфире. Если вверх, то на битке у меня отобьются как бы эти убытки. Но это так, это в теории. На практике обычно случается все намного грустнее. Всем счастливо.